Всем большой привет! Наступило время снять пустые баночки, которые закончились в ноябре месяце. Я не знаю, я уже много раз говорила, что я не люблю собирать бытовую химию, но на каком-то инстинктивном уровне у меня вот столько банок оказалось все равно в корзине. Видимо, уже это все, это диагноз, складывать банки. Ну давайте, вот, если вдруг вы вот об этом, ну, о чем-то не знаете, я так совсем по-быстрому пропекусь. Практически, если вот одним словом, то мне вот это все нравится. С огромным удовольствием я подсела на жидкий вот этот активный гель универсальный для стирки Pemos. Он продается в фикс-прайсе. Также кондиционер для белья Velour. Ну, цены видно, которые стоят на круглых ценниках. Это все в фикс-прайсе. Отличные средства, мне нравится. Единственное, вот многие говорят там, и я подтверждаю, что застарелые пятна не отстирают. Но, девочки, скажите мне хоть одно средство для стирки, которое вот прямо вот совершенно там с пятнами застарелыми взяла и отстирала. Ну, такое только в рекламах бывает, на самом деле. В жизни, ну, нормальную грязь, которая вот бытовая, ежедневная, на одежде, на постельном белье скапливается, это все прекрасно отстирывается, кондиционер работает. Ну, конечно, не так, как дорогостоящие качественные кондиционеры, но он работает все равно. Он делает мягким белье и оставляет легкий такой аромат. Очень мне нравится вот это средство для мытья посуды. Вообще у меня сейчас три средства гуляют по кругу. Это вот от Синержетик. Биомио мне нравится. В пятерочке продается Синержетик. Продается в фикс-прайсе, уже по ценнику видно. И от фикс-прайс мне нравится универсальное средство. Все три продукта идут, подходят для мытья посуды. Ну, ароматы разные, и они антибактериальные. Вот Биомио точно не помню, но, по крайней мере, вот Faberlic, там тоже антибактериальный гель. И вот этот Синержетик тоже имеет антибактериальное свойство. Это очень хорошо, если кто-то из членов семьи болеет, например, то оно как бы и обеззараживает, получается. Ну, промывается хорошо, потому что можно даже яблоки, ну, это фрукты мыть. Концентрированный стиральный порошок. Это Faberlic. Мне его присылала Юленька, Юля Юла, ее ник на Ютубе. Юль, спасибо тебе большое. Вообще, я люблю этот стиральный порошок. Единственное, я его никогда не покупаю вот в большой пачке. Всегда как-то есть вот такие эконом-пачки. Либо саше на одну стирку, либо вот такой на три стирки. Я их все время тоже беру, и мне они очень нравятся. Простировать белье. Ну все, по хознуждам я закончила. Давайте сейчас по волосам. В этом месяце я покрасила снова волосы. Теперь челка растет, быстрее видно, когда отрастают корни, и поэтому красить, наверное, придется теперь чаще. Я выбираю всегда 603 оттенок, молочный шоколад. Раньше я красила в более темный оттенок, но мне хочется, чтобы волосы отросли, и в итоге вот этот цвет был по всей длине. Это краска от L'Oréal Paris. Кастинг крем глосс, она без аммиака, но тут все написано, в принципе, я цитирую то, что вы видите. Красится она на влажные волосы, поэтому очень экономно. Вот. Конкретно мой цвет вот так. Мои родные волосы скорее вот такие темно-русые, и, наверное, вот у меня получается вот такой оттенок. Хочу отдельно похвалить вот этот бальзам. Он настолько классный, его хватает на 3-4 раза. У меня сейчас волосы короче стали, поэтому, возможно, на 4-5 даже раз хватит. Он очень густой, как маска, и он придает отличный блеск. Вот жалко, что L'Oréal его отдельно не выпускает. Так, ну давайте я буду большие упаковки куда-нибудь сюда. Вейвон, прекрасные пены Вейвон. Очень понравился вот этот вот аромат Bubble Gum. Единственный минус, он не настолько ярко звучит в самой ванной. Есть у них пены, которые вот с манго, например. Вот польешь там вот 2-2,5 деления, и такой аромат стоит. Прямо чувствуется, что ванны моются, и там пеной этой пахнет. А вот Bubble Gum, он очень приятный, но не настолько вот
ярко звучащий аромат. Вот. А мне нравится, чтобы ух, сразу было за километр конфетами пахло и слюни текли, чтобы. Шампуни. Закончилась вот такая пара. Так. Шампунь и бальзам Линда Косметик. Для всех типов волос и тот, и тот. Единственное, когда я покупала, кстати, в фикс прайс. Я думаю, что это все-таки одна линейка, хотя вот здесь вот разные названия. Все остальное — густые роскошные волосы, как бы видимый результат за одну минуту. Все тут профессиональное для всех типов. Вот единственное, что здесь женьшень и гиалуроновая кислота, а вот здесь, ну я не знаю, тут мне кажется вообще никто не разберет. Ну вот, может быть, с этой стороны. Да, витамин F и аргановое масло. Вот что здесь написано, оказывается. Вы знаете, очень приятный бальзам, по крайней мере, по аромату. Шампунь обычный, а бальзам очень вкусно пах. Работали хорошо. Вот я как-то вот в фикс-прайсе, когда покупала по 50 рублей каждый, отнеслась, наверное, скептически, но оказалось, хорошо промывает, и волосы после этого бальзама, он еще и с кондиционером вместе, то есть волосы не магнитятся после него. Волосы и расчесывались прекрасно, и были такие мягкие, нежненькие, шелковые. У моей мамы очередной шампунь закончился. Каждый месяц у нее либо этноботаника, либо биоарктик заканчивается. Вот она в этом месяце снова пытается попробовать от Avon шампунь для жирных волос. И ей не нравится. Говорит, голова чешется и волосы не промываются. У нее очень жирные волосы, нужно мыть часто. А вот именно этот шампунь и от биоарктик ей понравится, и она раз в два дня моет голову. Вот. Дальше. Два пробничка покажу. Первый ко мне в коробочке красоты приезжала от Dove. Увлажняющий шампунь и кондиционер для волос. Тут достаточное было количество, хватало на всю голову. Единственное, как у многих увлажняющих средств для волос, быстрее пачкается голова. То есть они промывают, но вот это вот увлажнение, оно все равно дает эффект такой, ну, как бы быстрее запачкаться волосам. Но в любом случае мне понравилось, неплохие. За один раз, за одно применение трудно оценить в целом-то. Так, и то же самое, в принципе, могу сказать вот об этой паре. Эту пару мне уже присылала Оленька из Тюмени. Это от Yves Rocher, тут тоже шампунь и кондиционер. Давайте вот так поближе покажу. Тоже, ну, за одно применение сложно оценить. Вот так написано. Интенсивный блеск обещает. Ну, блеск за один раз тоже не будет. У меня волосы вообще сами по себе очень блестящие. Фокус нашелся. Волосы сами по себе блестящие. Но мне понравилось. Вот таких малышек мне хватило, чтобы распределить по всей волосам и промыть волосы. Вот, то есть получается достаточно экономный. Ой, вот эти вот две малышки. Они оказались по факту не малышками. От Kerasis. Тут тоже шампунь и кондиционер. Вы знаете, это настолько густые были два средства. Вот так вот промять их очень сложно. Получается, там как будто две густые маски были. Это касалось и шампуня. То есть первый раз я там со всей силы давила, кое-какую часть выдавила. А начиная со второго раза мне приходилось разбавлять их водой, трясти. И уже потом мыть волосы. Причем с третьего раза я еще добавила водички, чтобы еще немножко сделать жиже. И получилось, что вот этого объема, сколько его тут, я не знаю, ну, немного в любом случае. Я раз 7, наверное, ими помыла волосы. Ну, может быть, 6. Вот этой парой. Их оказалось, ну, там, как будто, знаете, льешь, а там опять целое, льешь, оно опять целое. То есть волосы промывало отлично, работал хорошо. Давайте поближе покажу. Восстанавливающий, в общем, тут шампунь для волос. Kerasis. Вот так, восстанавливающий. Ну и бальзам, соответственно, такой же восстанавливающий.
Ну, я не знаю, восстановилась или нет. Я волосы сейчас подстригла, они у меня сейчас как же такие живые, мягкие, гладкие, здоровые. Вот. Ну, в любом случае, мне понравилось, как работала эта пара, и волосы очень хорошо промывались и чувствовали себя прекрасно. Закончилось для волос еще одно средство. Вообще, вот это средство идет защитный спрей для волос UF Filter. Оно рассчитано на солнце. Да, вот, сияние солнца называется. В общем, его надо было на улицу для защиты от солнца. Но я его использовала как термозащиту при использовании фена. Вот. Ну, волосы не секутся, получается, работал все это время. Я феном постоянно сушу волосы. Гели для душа закончились. Первый — морская лагуна от Senses. Это увлажняющий, освежающий гель для душа с ароматом сочной груши. Он был такой голубой. Это Avon. Меня в прошлых пустых баночках написали комментарий, что я разочаровала подписчицу. Она хотела поглядеть, что у меня от Avon заканчивается, а у меня, в принципе, ничего там и не было. Вот, видите, закончилось. Мне нравятся гели для душа вот от Avon. Я их могу использовать и как гели, и как жидкое мыло. То есть они работают хорошо, прекрасно. Единственное, что я всегда пользуюсь кремом для тела. Вот этот гель для душа я хочу похвалить. Мне его присылала Оленька тоже из Тюмени. Спасибо тебе, Оля, огромное. Ну, настолько мне вот этот компания понравилась, бежу. Во-первых, аромат. Вот здесь написано так, ваниль и нектарин. Такой необычный аромат. Вот я таких ароматов не встречала. Вот это ваниль с нектарином вперемешку. Не знаю, у меня какой-то аромат необычных цветов сказочных. Но при этом эти цветы такие бодрящие, и что-то даже из мужского легкого аромата тут присутствует. Но настолько он необычный. Ну, таких я еще нигде не нюхала. Это во-первых. Во-вторых, сам гель, он идет как желе. То есть наливаете на губку, и я показывала во влоге, можно рукой прямо было трогать, как желе. И оно так вот кучкой лежит, он очень экономный. Здесь 300 миллилитров, мне хватило его надолго. То есть вся, не мне, а у меня семья из 4 человек. Даже Максимка таким гелем мылся, ему нравится вот этот вот эффект желе. Он говорит: мама, я буду мыться опять этим смешным гелем. Видимо, заболеваю, простите, подкашливаю, голос садится. От Бижу тоже Оля мне присылала. Это очень красивые такие баночки. Оля знает, что я люблю красивые банки. Это скраб для тела. Так, тут аромат уже немножко другой. Тут вербена идет и имбирь. Так, нет, имбирь, бергамот. Да, имбирь и вербена, все правильно. Знаете, очень классный скраб. Он настолько экономный. Я им пользовалась больше месяца, месяца полтора. И раз в 3 дня, например, если им пользоваться, ну, вообще нескончаемый был, это большой плюс. Плюс к этому плюсу, что он работал, он очень хорошо скрабирует, но при этом не повреждает кожу, не беспощадно, но при этом вы его чувствуете, то есть очень приятный. Ну и аромат такой приятный, бодрящий, такой тоже вербена, имбирь. Ну, вообще вот ароматы хочу отметить особенно, что у этой серии они необычные. Вот как-то, если встретите где-нибудь, потестируйте, может быть, и вам понравится. Оля, спасибо тебе отдельно, что ты нашла такую новинку для меня и порадовала. Ну, реально приятно. Ой, дальше привет в Израиль, Лерочке. Лера, спасибо тебе за эту очень даже оригинальную глину. Так, это даже не глина, а грязь. Это минеральная грязь Мертвого моря. В ней 47 микроэлементов. Вот вы знаете, я когда вот это вот все прочитала, сейчас я тут на русском языке вам покажу. Давайте частями. Так половинку. И вот так половинку. В общем, надо было вымыться, проскрабироваться и вот эту грязь на себя намазать
Тут, кстати, ее было много. Она такая была тяжелая, 350 грамм. Так, разлеплю я. Вот этой вот грязью надо было все тело намазать и стоять, как чунга-чанга, в голой ванне. Ну, и сама, соответственно, голая, одетая только в эту грязь. 20 минут. Знаете, когда я стояла, руки на ширине плеч, мне казалось, что вот сейчас наступит война, все убегут, а я тут буду как чунга-чанга по ванной бегать голая в этой грязи. Ну, смешно. И еще 20 минут тянулись вечностью. Поэтому, если вы используете какие-то подобные средства, надо брать с собой что-то, может быть, ролики какие-то посмотреть. А я вот стояла такая, как статуя свободы. Но в любом случае, Лера, огромное спасибо. Я уверена, что она работает, и она мне принесла 20 минут. За эти 20 минут много полезного. Я теперь молодая, красивая, стройная и подтянутая. Я в это верю. Так, в этом месяце в мыльнице ушли два мыла. Вообще, в последнее время что-то жидкое мыло у нас прям встало. А вот кусковое пошло. Первый от Невской косметики липовый цвет мыло туалетное. У него такой приятный аромат. Прямо очень вкусный. У меня муж относится хорошо к мылу. Он может спокойно мыться именно мылом. Он не любит гели для душа, потому что, говорит, я остаюсь скользким. А именно мыло, эффект, что оно меня промывает. Поэтому он любит либо кусковое мыло, либо мыло густое, которое вот в таких вот банках есть. Он пользуется. Вот. Ну и руки мыть. Вся семья с удовольствием моет именно мылом. Это мыло, как я сказала, приятный аромат и хорошо себя ведет в мыльнице. Ну а от Oriflame Discover многие знают. Тут и аромат приятный, и работает хорошо, и в мыльнице не размыливается. Всем оно отличное. По-моему, 90 грамм в этом кусочке. Но они не кончились, естественно. Они в мыльнице лежат. Но я же потом мыльницу пустую не покажу, поэтому показываю фантики. Крем для тела. Вы знаете, это от Avène. Он у меня еще не закончился. Тут какое-то количество есть, но я перелила в круглую баночку. Мне так удобней. Присылала мне этот крем Настюша, Настенька Гиммельштейн. Спасибо тебе огромное. Вы знаете, это классное средство. Я им начинала пользоваться, ну не я, а вся моя семья, на юге, когда мы загорали. Густое такое оно. Тут, наверное, на русском ничего нет. Оно густое и с каким-то вот лечебным хорошим таким эффектом идет. Нет, не вижу я. Ну, вдруг кто-то языки знает. А может, и русский найдете? Я не вижу, а вы, может, увидите. Я вот так вот покажу. Вот. Классное, на самом деле классное средство. И сейчас перелила его в банку. У него единственный минус — это вот такая крышка. Чтобы выдавить средство, сейчас я вам покажу, нужно вот прямо со всей силы надавливать. Ох, видите, что тут накопилось. Я не показала, зачем ты выпрыгнула. В общем, там должна вылезти помпа в серединке. Вот, видите, помпа начинает вылазить. И только потом вот это средство. И когда вы стоите в ванной, чтобы на тело намазать, руки становятся же жирные, вообще невозможно ничего выдавить. Вот это можно и минус, и плюс. И смотрите, какое оно экономное. То количество, которое я сейчас выдавила, можно чуть ли не на полтела намазать, и будет прямо вот, вот видите, оно прямо растягивается. Вот. И оно классно разносится, маленькое количество нужно на все тело. Поэтому я им продолжаю пользоваться, очень нравится. И зимой, пока вот кожа сухая, оно прям супер будет работать. И я Насте очень-очень благодарна за это средство. Очень классное у меня в этом месяце тоже средство для рук. Крем для рук с ароматом макадамии. Это от Oriflame. Прислала мне Леночка Никандрова. Лен, спасибо огромное. Здесь 100 мл. Кстати, тоже вот осталось у меня вот так примерно. Я перелила в круглую баночку, только маленького размера. У меня есть для рук специальная. Не могу я вот, когда кончаются тубы, их хранить. Мне
легче выкинуть и перелить остатки. И я с удовольствием сейчас пользуюсь дальше. Очень экономное средство. Питание дает отличное рукам. Быстро, конечно, оно не впитается, нужно подождать, потому что здесь все-таки масло макадами. Но работает отлично. Аромат, вот кто любит аромат сладких печенюшек, какой-то выпечки, вот аромат макадами, вот он тут. Поэтому, девочки, обратите внимание, если в Oriflame такие средства есть, то они вас порадуют. Лен, спасибо, прямо супер. Закончилось вот такое средство. Это для, ну, как ванночка для ног, 100 мл здесь. Этот с ароматом лаванды. Средство для ножных ванночек, да. Я лентяйка, конечно, пользоваться такими средствами, потому что я не работаю на ногах, то есть моя жизнь не на ногах протекает. Когда много двигаешься и ноги вечерами горят, то это супер средство. Вот. Но я в любом случае это делаю, то есть я делаю ванночки для ног, потому что ногам от этого только лучше, они мне все равно говорят спасибо. Но такое средство для тех, кто на ногах проводит много времени, конечно, отличное. У Иван мне нравятся вот такие вот. Ну, единственное, аромат — дело вкуса. Тут аромат лаванды был. Хочу похвалить. Посмотрите, как красиво смотрится. Коробку не смогла, рука не поднялась выкинуть. Она, кстати, очень плотная, такая качественная. И вот так вот выглядит сам тюбик. Это зубная паста. Fight Glow. Экстремально отбеливающая паста. И вот... что здесь о ней написано. Не знаю, видно или нет, тут все радужно. Она и отбеливает, и защищает от кариеса. Ежедневно можно использовать. Она изначально создана для киноактеров и моделей. И она идет уже с ополаскивателем, как бы два в одном. Ну, вообще, пасту я хочу похвалить. Она действительно классная. Когда я начала ей пользоваться, ну, на том точно зубы стали белее. И, ну, они не станут зубы прям белоснежными, если эмаль она у вас изначально не такая. Но максимально, насколько возможно, именно вашу эмаль в домашних условиях выбелить пастой, то это здорово. Она не равняется на полоски, когда есть полоски, что вы там можете белоснежные зубы сделать, ну, правда, истончив эмаль, то эта паста, она не влияет на эмаль, она ее не утончает и не делает зубы чувствительными. То есть паста отличная. Кстати, у нее аромат приятный. Так, переходим для лица, уход за лицом. Мне в коробочке красоты приезжало вот такое средство. Это сыворотка с серумом. Сама сыворотка, ну, не зря такой красивый дизайн мини-версии. Сама сыворотка была очень дорогая, там какая-то цена прям заоблачная. Она очень жидкая, ее надо было вот так вот держать, прежде чем налить там капельку на руку, чтобы разнести по лицу. Но за счет того, что она жидкая, она очень экономная. Прямо нужна капелька, и на все лицо хватает. Под дневной крем я ее использовала. Очень понравилось. Конечно, за такие большие деньги я себе не куплю. Но благодаря сервису New Beauty Box, вот что она мне попалась в коробочке, я с удовольствием ей пользовалась. Прям нравилось. Хорошее средство. Из ухода. Я попробовала вот такой набор для Рош-Позе. Мне Оленька Ткачева присылала. Она мне присылала два таких набора. Вот этот был для чувствительной кожи и еще такой синий, второй. Я им еще не пользовалась. А вот этот я потестировала. Спасибо тебе, Оля, огромное. Давайте покажу, что в него входило. Так, вот три таких пробника. Это мицеллярка от La Roche-Posay. И вот здесь вот брошюры. Так, коробку сюда. Ну, здесь, наверное, вот типа рекламки какой-то. Пусть она здесь стоит. Так, что у нас? Новая жизнь для чувствительной кожи. Ну, давайте я по мицеллярке сначала скажу. Я ее использовала полностью. Она отлично снимает макияж из глаз, из лица. Не щиплет глаза. Отличное средство, она мне понравилась.
Это не целлярка, нет, упадет. Сейчас я спецэффект устрою. Дальше. Вот эти два крема. Мне было очень сложно их найти вот в этой брошюре. Но тем не менее, если вы знаете язык, я вам скажу, что я нашла. В общем, вот этот, я как поняла, это дневной крем, а вот этот для области вокруг глаз. Про оба крема могу сказать, что они очень жирненькие. Особенно вот тот, который вокруг глаз я использовала. Ну, по крайней мере, я использовала вокруг глаз его. Давайте я покажу, на что я подумала. Так, вот здесь уход за аллергенной. Вот у меня под вопросом. Вот это средство. Либо вот это. Вот. Ну, я решила, что, наверное, вот это для контура глаз. Оно такое жирненькое, и поэтому вот эти 1,5 мл я использовала целую неделю. Надо прямо совсем капельку, и распределяется вокруг прямо области глаз, по кругу, сверху, снизу. И работает хорошо. А тот, который я решила, что он для лица, я подумала, что очень похоже вот на это средство. И действительно, отличное давало увлажнение. Использовала с удовольствием. Понравились. Не знаю, купила бы я полноразмерки, но если вот это действительно вокруг глаз, то, наверное, купила бы. Мне понравилось средство. И много было, вот штук 7 вот таких пробников CC крема. Вот с ним вообще у меня какое-то сказочное чувство было. Не от того, что я его использовала и мне понравилось, а от того, что я каждый вечер его уже прямо вот и на компьютер, и вокруг, и на косметичку, и под косметичку, и у зеркала, везде клала. И я каждое утро красила лицо, мазала, в общем, другим кремом, но про этот забывала. Вспоминала, когда уже тон у меня был намазан. Поэтому я не знаю, получится ли у меня его все-таки протестировать. Но он, вот смотрите, в любом случае такой темноватый. Но мне кажется, он, может быть, подстраивается под тон кожи. Я, скорее всего, если все-таки потестирую, то про него расскажу вам в следующих пустых баночках. Потому что у меня 7 пробников, их осталось в итоге. Ну, вам вот так просто покажу. Мне кажется, он дает увлажнение. Вот так. Ну, подстраивается. Вроде темный, а прям вообще полностью подстроился. Поэтому это я не выкидываю, я оставлю себе. Вот. В общем, понравилось мне вот такое вот тестирование. Насколько я знаю, такие коробочки в аптеках многие получали. И это здорово. Можно попробовать средства и понять, надо, не надо, подходит, не подходит. Так, далее давайте я покажу, чем я смывала еще макияж. Это молочко для снятия макияжа. Мне от Green Mama очень много косметики осенью присылала Оленька из Тюмени. И вот, наверное, с декабря прошлого, вот по этот декабрь, целый год я все им пользовалась. Редко я пропускала, какие-то мицеллярки иногда использовала. Но в целом у меня это средство практически год было. 300 миллилитров – это нереально. Вот они тут пишут, что в открытом виде 6 месяцев. Но зачем вы делаете 300 миллилитров? Это невозможно за 6 месяцев использовать. Но ему ничего не было, то есть оно отлично вкусно пахло. Наверное, все-таки такая банка считается как бы закрытой. Тут помпа все равно набита средством, и воздух туда не проникает. И я думаю, что этому средству ничего абсолютно не делается. И вот он так вот годен до 7-18 года. Я считаю, что этот срок годности действителен, вот, что до 18 года. Вот. Хорошее средство, мне оно очень понравилось. Если вы любите кремовые текстуры, то это хорошее. Хорошо работает, смывает любой макияж, кроме водостойкого. Так, далее. Из декоративки у меня закончился вот такой тональный мусс от Avon. Я его, когда распробовала, он оказался супер-пуперский. Очень удобная баночка, я ее сохраню, она мне нужна. Я же говорю вам, постоянно переливаю что-то в пустые баночки. Этот мусс, он не требует пудры.
После того, как вы его наносите, он вообще сразу без всяких на раз, как это сказать, распределяется по коже и не требует пудры. Вот как будто припудренное лицо становится. Супер средство, оно мне понравилось. Но я с ним не могла полгода подружиться. Я не знаю почему. Вот вообще не подходило, не нравилось, не могла распределить. А вот когда загорела, может быть, мне подошел цвет уже под загар. Гламур, в общем, натуральный гламур. Тут что-то такое написано. Вот. Классный в итоге оказался. Так, выкидываю я тени Very Me. Я о них уже рассказывала 3 раза. Показываю последний раз. Смотрите, срок годности у них хороший. Вот называется вот так вот. Taub. До 18, до конца почти 18 года, но они у меня испортились. Я заказывала 2 палетки, светлый и вот этот темный. Светлый прекрасно работает, нормальный аромат. У этого и аромат поменялся. Они стали густые, как замазка. Я их попыталась реанимировать, и они вообще завоняли. Вот, видите, они как ложатся. Я так думаю, что где-то они неправильно хранились, что-то с ними было не так. Потому что сам цвет очень красивый. Но вот так. Срок годности прекрасный. То есть у меня 1 палетка прекрасно работает, а вот с этой вот такой казус произошел. Очень грустно, что это произошло. Терпеть не могу показывать ватные диски, показываю каждый месяц. Для тех, кто такие же, как я, памятливые. Я вам уже показывала вот эти вот диски и сказала запомнить и не покупать, потому что у них, как мы говорим, нет эффекта простроченного края. Они просто вот, пока отсюда достаешь, они кусками вываливаются. У них нет веревочки, только вот эта вот прорезь. То есть не очень удобно, когда нет этой вот веревочки. Тут 150 штук, и они, ну, кусками отваливаются. Это плохо. Я вот в прошлый раз вам сказала, не берите такие. Пошла, купила снова такие. Как так можно было забыть и опять их купить? Маски. Масок было несколько. И сегодня я вот этой красотой пользовалась. Sweet Panda от Вилента. Очень позитивная маска. Присылала Юленька Могилева. Юля, спасибо. Я сегодня смешила всю семью. Это панда, это маска. Выравнивает тон кожи, стирает следы усталости, увлажняет, питает, придает коже сияние. Действительно, следы усталости убирает. Я хотя ее наносила до обеда, но ночью я сегодня плохо спала, потом утром почти не спала. И, в общем, у меня было такое какое-то разбитое состояние. Лицо выглядело после маски отлично. Увлажняет и питает. Да, я после нее не захотела пользоваться кремом для лица. Ее было достаточно. Единственное, она оставляет эффект липкости, и поэтому ее лучше водичкой досмыть, иначе неприятный такой эффект липкости. Ну и, собственно, вот сама мордаха, в которой я ходила, очень симпатичная. Давайте я об нее и палец вытру, раз уж у меня тут салфетка-то под рукой. Раз уж... Вот такая вот мимишная мордашка с ушками прямо. Очень симпатично. Муж смеялся все. Так, у меня закончилась вот такая маска от Долива. Эта маска мне была прислана Оленькой Крюковой. Вы знаете, тут такой аромат классный. Я просто надышаться не могла, пока я ее использовала. Тут на 2 применения. С огромным удовольствием использовала. И мне понравилось. С ней нужно ходить всего 10 минут, недолго, а удалять теплой водой. Обещает увлажнение. Увлажнение она дает хорошее. То есть, действительно, даже удалив водичкой излишки, увлажнение на лице остается. Плюс просто арома терапия, аромаэффект. Использовала от Этна Ботаника маску от Фаберлик. Сейчас их нет. Этот вообще 50+. Я говорила вам, что у мамы забрала несколько масок. Она их приобрела, положила в ящичек и не пользуется. Но я решила маски спасти. Тут питание и лифтинг. Действительно, после нее есть питание, но лифтинг с одной маски не будет. Но в любом случае, это, знаете, как десерт после хорошего обеда.
И вот тут также получается. Любая маска — это десерт для нашей кожи. Следующая маска — распаривающая овсянка. Она обещает успокаивать, питать кожу. И самосогревающаяся. Она согревает, когда вы ее наносите. Пока наносите, прям такой эффект горячей субстанции на коже. И когда смываете, тоже сразу так горячо становится. Ну и если она на лице, и вы будете немножко ее массировать, как бы шевелить, то тоже она будет создавать эффект вот такого жара небольшого. За счет этого кровь, наверное, подливает как бы к лицу немножко, и вот эффект свежести тоже наступает. То есть она вот какой-то вот эффект чистоты какой-то создает. Не знаю, но вот ощущение было приятное. Тут тоже было на 2 применения, и в течение 2 недель я использовала. То есть не 2 раза в неделю одну, а 1 раз в неделю каждую вот половиночку. Действительно распаривала. И последняя маска из вот таких — марокканская органа. Так, тут обещание смягчать, разглаживать, защищать от обезвоживания, восстанавливает, обновляет клетки и питает. Ну, в общем, все. 10 в одном. 15 минут надо держать, и потом излишки промокнуть сухой салфеткой. Я ее, по-моему, да, я ее не смывала, оставляла на лице, делала на ночь, и она уже работала потом еще всю ночь. Маски, которые не надо смывать, я уже говорила, я этой вот жидкостью мажу и шею, и область декольте. Потому что, ну, пусть работает не только на лице, а по всей области. Работает хорошо, неплохо, мне нравится. И последняя маска, это от Планеты Спа, закончилась — райское увлажнение, маска для лица. Кто не любит с тряпочками лежать, как с мокрыми, то можно вот такие маски делать. Она тоже дает увлажнение, и с ней надо было... 20 минут держать всего. Хорошо работает. Ой, вон неплохие маски. И арома. 3 флакончика ароматных. Первый такой боевой — это от Avon. Спиртовой он идет, освежающий лосьон. Цветочная сакура. Вы знаете, вот эти лосьоны отличные у Avon. Кто-то пренебрежительно к спирту относится. Для меня спирт не проблема. Не знаю, у кого он чего там сушит. У меня не успевает ничего он просушить. Ни кожу, ничего. Ну, может, потому что я увлажняю постоянно и питаю кожу. Дело вкуса, аромата. Вот только дело в аромате. Работает хорошо, аромат приятный. Можно и на себя, вокруг себя, на одежду, на постельное, на шторы, на что угодно. Вот именно этот аромат мне не очень нравится. Поэтому я вокруг себя или там в районе туалетной, ванной комнаты использовала. А так вот все остальные почти ароматы мне приятные, нравятся. Но он неплохой, я не скажу, что он плохой. Просто вот мне не очень. Закончился один из моих кексиков. Я по нему буду скучать, но у меня еще 2. Это домашний аромат, это приятная туалетная водичка. У меня закончился вот этот ямми. Давайте вот так. Меня многие спросили в прошлый раз, что я сказала, а ничего не рассказала об аромате. Похвалила. Шуга Бэби, ямми. Туалетная водичка 50 мл. Вот такая. Очень она мне нравится. Все 3 кексика мне очень нравятся. И еще одна водичка закончилась. Это вот как бы мини-версия от Сиэль. У них мини-версия 3,5 мл. И напользуйтесь, и в сумочку удобно, не надо миниатюру тащить стеклянную, она такая в пластике. И можно сразу несколько, например, носить в сумочке. У Селя очень хорошие ароматы. Именно этот такой свеженький. Но он больше для лета подойдет. Либо в теплую погоду и для... Ой, приятно. И для офисов. Цветочный, очень приятный. Вот так вот он называется. Очень приятный аромат. Вообще, если у вас есть в доступе Сиэль, мне кажется, стоит у них потестировать ароматы. Они много достойных. Так, и что у меня? Все, у меня больше ничего не осталось. Я вам все-все показала. Вот такие были пустышки. Опять накопила кучу. Наверное, в следующем месяце я не буду собирать вот эти вот... Если только опять инстинктивно...
ну, бытовую химию, потому что, в принципе, одно и то же по кругу гоняешь, все время стираешь, стираешь одним и тем же, и каждый месяц одно и то же показываешь. Все-таки мне больше интересен вот декоративка, уход, вот что-то такое. Вот. Все, всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока.